Здравствуйте. Таки добрались мы до босса второго эпизода. И... Да, это пчела. Она довольно простая, если знаешь, что делать. Для начала мы уничтожим эти ромашки. Потому что за счет них она восстанавливает свое здоровье. И пока тут не так много ее... свиты, скажем так, маленькой, которая вот справа летит, взрывается. Мы можем заняться истреблением этих цветов. Не забываем отстреливаться от них. Так, вроде бы... А, ну да, вот же еще ромашка. Подлечимся немножко. Итак, отлично. Да что ж такое? Их тут может быть прям много, если потеряться. А, да ладно. Заберем тут рюкзак. И через некоторое время, по-моему, после уничтожения ромашек или нет, как говоря, не помню, но в этой детской бутылочке появляется суперущерб, с помощью которого мы как раз таки и уничтожим эту гигантскую пчелу. Да, то есть с этим усилением этот бой просто смешон. То есть все. Ну и разумеется, мы получаем вторую часть медальона. Там ля-ля-ля сюжет, как будто это кому-то интересно, ну не суть. Разумеется, эту пчелу можно и уничтожить без использования суперущерба, если хочется такого челленджа, но моя задача показать, как это пройти гораздо проще. Да, это довольно простой босс, опять же, повторюсь, если знаешь, что делать. То есть уничтожайте цветы, ждете суперущерб и все. Можно сделать это даже быстрее, чем я. Ну, тут уже как получится. Ну да, я думаю, мы, как и в прошлый раз, после первого эпизода, я сделал небольшой перерыв на другую игру. Это был Bright Island, точнее, добитие Bright Island. В этот раз, я думаю, мы прервемся на первый эпизод Даска. Либо на весь Даск, посмотрим, как пойдет. Вот, а после... Будем продолжать Serious M2, да? Спасибо за просмотр и всего доброго.